Участники 21 команды заметно нервничают. Буквально через несколько секунд они получат зашифрованное задание с местом в городе, которое необходимо найти. Прийти туда и получить следующую загадку. Выполнившие все 6 заданий, наиболее оригинальные и быстро, получат призы. Так, в 8-й раз в городе проходит игра «Мега QR». В каждой команде 4 человека, 3 школьников и 1 учитель. Вместе им предстоит мозговой штурм. У них телефоны, которые... на которых установлена программа, позволяющая расшифровывать QR-коды, и фотоаппараты, на которые они делают фотографии. Фотографии они приносят в офис и Мегафон, фотографии скидываются, выставляются сразу в интернет, и дальше они получают подсказку следующего места расположения QR-кода. В этот раз путешествуют ребята по центру города. Тема – Всероссийский год культуры. Первая точка – областная филармония. Необходимо сложить пазл с QR-кодом и получить подсказку. Никаких особых навыков не требуется, разве что чуть-чуть внимания. Вообще нет, это не сложно. Это очень интересно, это прежде всего креатив, это мозговой штурм, это классно. Наибольшие сложности участников игры, как ни странно, связаны с креативной частью. Необходимо обыграть задание и сделать фотографию, которая понравится членам жюри. Используют все подручные материалы, в данном случае печенье. Задание – штучки, к которым тянутся ручки. Этот конкурс дает очень даже такие положительные эмоции, так как фотографируемся, мы пробуем себя в каких-то даже в стиле моделей. Все равно в школе это не так как-то проявляется у нас. На прохождение квеста участникам дано 4 часа, но команды справляются гораздо быстрее. Между точками с QR-кодами они, обходя правила, передвигаются на машинах или велосипедах. Первоначально условия квеста предусматривали, что конкурсанты будут ходить по городу пешком, дышать свежим воздухом и наслаждаться пейзажами. Немногие так и делают, остальные предпочитают технику. Куда? Папарацци, папарацци, господи! Подождите. Доброго. До свидания. Организаторы стараются разнообразить задания. В литературном сквере конкурсантам, чтобы получить подсказку, предложили прочитать стихи поэта Лебедева. Итоги квеста «Мега QR» будут подведены 25 октября на ежегодном мероприятии «Ночь танцев» в Центре «Инновация». Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.